Мы продолжаем прямой эфир «Вечерняя Одесса». Телефон студии 638-638. У меня в гостях очаровательная девушка Юлия Городецкая. Юль, как представить тебя? Фотограф, журналист, блогер? Ой, я не знаю. Все в одном лице. Ну, я настаиваю всегда на том, что я не фотограф, потому что, какой я фотограф? Понимаешь, дело в том, что твои выставки проходили в различных арт-кафе, клубах, но сейчас выставка, которая послужила поводом нашей встречи сегодня, проходит в музее краеведческом. Это уже такой, мне кажется, статус, когда можно себя называть фотографом. Не будем забывать, что первая выставка у меня была в Греческом фонде культуры, и там все было весьма кошерно. И большой красивый зал, большие рамы. И сейчас тоже будет много очень работ, около 60 работ. Вот. Некоторые из них я уже напечатала на холсте, и я сегодня вдруг осознала, что вот это вот мои картиночки. Да, я не называю их фотографиями, там, фотоработами. А когда кто-то говорит «фотохудожник», я держусь за сердце и, в общем, падаю в обморок, мои картиночки на холсте выглядят хорошо. А у нас есть твои картиночки не на холсте, а в таком видеоряде. Уж не обессудь, я взяла на свой вкус некоторые твои работы. Напомню, что выставка называется «На Дерибасовской. Хорошая погода на Брайтон-Бич. Опять идут дожди». Такое длинное название. Выставка, посвященная Нью-Йорку, твоему любимому городу. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. Do you, do you? These vagabond shoes along the two streets, right through the very heart. Thank you.
Ну вот такой небольшой видео-анонс того, что можно будет увидеть на твоей выставке в четверг. В четверг в 2 часа открытия. 10, да, работ мы насчитали из тех, которые будут? Да, 10 из тех, ну, да. Это такой, может быть, задел на будущее, может быть, какие-то из тех работ, которые еще... Нет, к сожалению, это привет прошлому. Там большая часть, вот то, что ты взяла, это с моей странички в Фейсбуке. Mm-hmm. Это вот самые первые мои фотографии Нью-Йорка. А сколько раз ты была в Нью-Йорке? 6, кажется. 6 раз. Да. Но сейчас вот на этой выставке последние две поездки в летом и осенью прошлого года. Так получилось, что я потеряла вообще все, что снимала, в связи с тем, что там я живу на улице Еврейской, да, где все время отключают свет и воду. Вот. Ну вот свет, отключение света сделало свое черное дело, да, и у меня, к сожалению, погибли диски компьютерные, которые невозможно восстановить. Теперь специалисты смотрели и сказали, что я могу попрощаться с 3 терабайтами снятых фотографий. Вот. Но есть повод поехать еще раз и наверстать все, что потеряно. Да. И это прекрасный повод, да, к сожалению, пока нет возможности, но... Мы же верим в чудеса, так что обязательно я туда еще когда-нибудь поеду. Вот. А вот это вот свеженькие фотографии будут. Там вот 10, в этом ролике 10 свеженьких ты взяла. Вот. Все остальное приходите смотреть в историко-краеведческий музей, который находится на улице Гавана, 4. Открытие выставки в четверг в 2 часа. И дальше она будет до конца лета. А вчера прозвучала информация, что, возможно, еще и до конца сентября. Mm-hmm. Ну, в смысле того, что она продлится еще и в сентябре. Мне страшно представить себе, что люди будут 4 месяца ходить. А почему страшно? Я не считаю себя фотографом. Одесса – прекрасный город в этом смысле, потому что каждый, кто считает себя фотографом, считает возможным тебе сказать, а ты не фотограф. И они ждут какой-то реакции такой, что я вот сейчас скажу, там, я начну как-то защищаться. Претендовать, да? Да, да. А я говорю, я не фотограф. Ну вот я журналист, новостейщик, я много лет занимаюсь репортажкой, да, там в форме слова или в форме там картинки и все. И вот это то, что я увидела, то, что там подсмотрела и запечатлела каким-либо образом. Мне кажется, сейчас же время такое, что кино снимают на мобильные телефоны, на фотоаппараты. Вот с фотографией тоже какие-то изменения произошли? Да, да, да. У меня... То есть человек, у которого есть видение, ему не обязательно иметь какой-то сертификат и диплом, мне кажется. Я сейчас скажу совершенно странную вещь. Я сегодня вот распечатала, ну, то есть вот у меня есть 60 огромных работ. Вот, ну, разной степени огромности, и тем не менее. Но самый, мне кажется, удачный сет, который входит в выставку, это инстаграмовские фотки, сделанные айфоном и обработанные в айфоновской программе. И мне сначала распечатали такие вот маленькие, если у нас будет перерыв, и я смогу достать, у меня в сумочке есть. А потом я сегодня перезаказала, и они будут побольше, 10 на 10. Но они, по-моему, совершенно вот мгновение, которое убегало, а я его поймала каким-то образом, ну, чудесным. Такая... Я не знаю, я не считаю это своей заслугой, но вот так случилось. Импрессионизм фотографии. Вот да, вот как-то очень меня они порадовали. Вот все остальное я, конечно, думаю, ну, дай бог не разочаровать никого и но всех порадовать. Никаких же постановочных кадров нет. Нет, это я не умею снимать постановку. Да, да, да. Я не умею делать постановку. Я вот репортажник, я так чук-чук-чук, и все. Скажи, ну, банальный вопрос, мы там в частных беседах это обсуждали, Нью-Йорк, это такая твоя город-мечта, вот чем он тебя так покорил? Мне очень повезло, мне показывал Нью-Йорк мой младший брат, который там вырос, и он знает его, знал, к сожалению, он умер, он знал его вот во всех тонкостях, и... Выяснилось, что это город-праздник, город, в котором комфортно всем, город, в котором есть все, начиная там от какой-то гарлемской культуры, не близкой нам, заканчивая высокой культурой и миром изобразительного искусства, потрясающим, миром современного искусства, вот, хранящим шедевры мировой классической живописи, литературы, театральное искусство потрясающим образом развито там. Уличные музыканты Нью-Йорка – это тема для отдельного разговора. Я могу бесконечно просто рассказывать, потому что вот одна из последних историй – это когда так получилось, что я там за год была 3 раза, и я ехала там вот в первый день последней поездки, я ехала на Манхэттен в поезде, понимая, что, боже мой, ну я же уже тут вот
так часто, и что меня уже, ну чего я туда еду, вот я лучше бы там дома посидела, отдохнула, там все такое, а вот, ну там у меня папа и все, вот пообщалась. И тут вот я совершенно уставшая и невдохновленная приезжаю там на такую узловую станцию метро, 34-ю улицу, и понимаю, что там играет какой-то бенд, совершенно потрясающий. Я понимаю, что я не могу пройти мимо, потому что они играют так, как не играют у нас в филармониях. Я начинаю записывать, пишу, и, в общем, в течение 5 минут настроение катастрофически меняется на позитивное, и я вижу город уже совершенно другими глазами. Вот. Там в метро поют так, как и не поют у нас профессиональные музыканты. Ну, так вышло. Я не знаю, почему. Может быть, потому что, кстати, там в метро для того, чтобы иметь возможность выступать, там нужно пройти какой-то очень серьезный отбор. А, то есть просто так ты не выйдешь, да? В метро да? нет. Все... Но, тем не менее, на улицу может выйти каждый, и на улице тоже поют очень круто. То есть там ты можешь услышать и джаз, и все что угодно, и там и хоровое пение какое-нибудь, и акапельное, и с каким-то большим количеством музыкальных инструментов, и люди, которые играют. Один человек, человек-оркестр, да, там он обложен. И человек, который играет на каких-то, я не знаю, казанках, стучит какой-нибудь драм-н-бейс, ты понимаешь, что боже мой, боже мой, боже мой. Вот, я счастлива, что я слышу это. Ну, вот. Вот у тебя много друзей, родственников, знакомых, коллег в Нью-Йорке. Каждый раз, наверное, город показывает другой человек. Вот меняется город в зависимости от того, кто тебя ведет по нему? Меняется, конечно. И тем не менее, вот то, что мне открыл когда-то мой Женя, мой брат, наложил отпечаток навсегда. То есть это всегда праздник. Есть люди, русскоязычные, да, живущие на Брайтоне. Вот тема выставки — это, так скажем, русская, да, русский человек любой национальности, потому что там всех нас, и украинцев в том числе, называют русскими. Наверное, сейчас не так. Наверное, я предполагаю. Вот. Но тогда, когда я была в последний раз, было так. Вот. И вот местные наши как бы не очень любят туда ходить, да, угу. Кроме тех, кто живет. Они считают, это как некое такое клака, такое гетто. Мы ищем всегда отели, да, когда едем на отдых, отели без там украинцев, русских и так далее. Да, да. Да. Ну вот, да, ну вот как бы местные, вот мой папа, когда слышит, что я иду на Брайтон, он всегда делает такое лицо и говорит, я не понимаю, что ты нашла. А мне там хорошо, потому что для меня Нью-Йорк праздник первое, а второе, я вижу то, что я видела в своем детстве здесь, да, там какие-то интересные люди, которые говорят, вот, и, а то есть есть ностальгия разные... поэтому, да? Ну, какая-то? Конечно, есть определенная mm-hmm. ностальгия, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что здесь этого уже очень мало осталось, да? И вот если я не услышу это там, то я, видимо... Не услышу да. это уже никогда. Да. Да. Вот замечательно, Брайтон написано у Сергея Довлатова, ну, ты наверняка это читала. Действительно все так. Люди, которые живут там по 20, по 30 лет, они не знают ни слова по-английски, то есть это действительно да, свой мир. Но это же известная вообще присказка про то, что я там в ту Америку не хожу, зачем мне этот английский? Вот. Я, честно говоря, вот сейчас в прошлом году проехала по Америке так достаточно подробно и вспоминала не Довлатова, а вспоминала Ильфа и Петрова, одноэтажную Америку, потому что в каждом маленьком городке вдруг оказывался какой-нибудь комнатку маленькую, центральный парк, как в Нью-Йорке, 5-я авеню и Бродвей обязательно. Mm-hmm. И ты вот попадаешь в это нечто, понимаешь, что, ну, не Бродвей, но Бродвей. Ну, у нас тоже есть свой Париж, кстати говоря, ну, под да. Одессой. А почему ты скучаешь сильнее всего, когда вот тебе долго не удается попасть туда? По возможности быть собой, потому что как-то город настолько самодостаточный, что не обязательно быть с кем-то там. И у меня были достаточно тяжелые времена, в которые я попадала там в Нью-Йорк, да, вот такие вот какие-то душевные страдания, так если говорить пафосно. Вот. И вдруг оказывалось, что мне достаточно побыть наедине с городом для того, чтобы прийти в себя и вообще почувствовать вкус к жизни и все такое. Очень люблю дождь в Нью-Йорке. Дождь в Нью-Йорке у совершенно... тебя была отдельная выставка «Дождь в Нью-Йорке»? Не выставка, у меня был альбом, который вот погиб со всем этим. Вот. И я вот про дождь, конечно, всегда рассказываю, как только есть возможность. Первая ассоциация, которая у меня возникает со словом «Нью-Йорк», это дождь. Потому что город наполняется такими разноцветными зонтами,
плотность воздуха меняется совершенно точно. Появляются вокруг люди без зонтов, но с какими-то причудливыми головными уборами. Например, там очень много каких-то ортодоксальных евреев, которые на свои там меховые шапочки надевают какие-то прикольно свернутые пакетики, там плащики, еще что-то. Вот. И при том, что город, конечно, становится серым, но при этом он не серый совершенно. Вот. И я как-то, когда приехала однажды после Нью-Йорка, попала в наш дождь и поняла, что у нас большинство людей ходят с черными зонтами, и сказала: друзья, кажется, я организую партию разноцветных зонтиков, потому что совершенно меняет город. Вот давайте как-то вот не грустить и даже в дождь. И настроение в дождь, да? Да. Mm-hmm. Вот. И там, конечно, все отражается во всем сразу же. И вот эти капельки, которые там на машине, и ты понимаешь, что вот в машине отражается там Empire State Building. У меня вот есть фотография, где там вот или лужи, или, боже мой, это просто прекрасно. То есть для художника, для фотографа просто рай. Наверное, я же не фотограф, не знаю, но мне хорошо. Хорошо, не фотограф. А сколько выставок-то было уже фотографий у нефотографа? Три свои большие и много участия в сушке. Я очень люблю такие демократичные, да, такие выставки, где можно прийти. У меня последняя сушка, которая была Евросушка в Парке Победы, у меня личный рекорд осталось из 40 фотографий, осталась только одна, все остальное разобрали люди. Ну, тут нужно немножко тогда сказать о фотосушке, что это мероприятие, где люди обмениваются, в принципе, фотографиями, да, и каждый может принести свои, но взамен забрать понравившиеся. Да. Было очень смешно. Должен пройти какой-то период времени, да, от начала сушки до того момента, когда ты можешь забирать. Да, в конце концов. Да, и вот где-то, наверное, минут через 10 после начала какие-то бабулечки снимали мои фотографии с словами: «Ну, то внучку заберу». Ну, это народное признание, мне кажется. Мне тоже кажется, я не знаю, чем я... Ну, может быть, потому что я человек из народа, я это почувствовала, и мне это близко, и им это близко. Mm-hmm. Главное помнить про это, что нужно делать что-то понятное и близкое людям, поэтому... Ну вот ты повторяешь, что ты не фотограф. А почему так? Почему? Ну, что тебе нужно? Диплом, корочка, чтобы почувствовать себя таковым? Ведь фотограф — это вообще кто для тебя, в твоем понимании? Ну, человек, наверное, который изначально понимает, что он хочет получить то, что он... Вот он до того, как начинает фотографировать, он узнает, что, какой будет результат. Uh-huh. А я не всегда знаю. То есть я вижу кадр, я там и оператором работала, да, но всегда... Что-то вот... Эффектный. Не всегда. Нет, часто я знаю, что, да, я там вот понимаю, да, как я строю композицию и все. Но иногда это вот очень большая доля случайности. И мне кажется, что у настоящих мастеров этой случайности меньше. Но это, может быть, мои заблуждения, я не знаю. А вот эти случайности, они тебя в большинстве случаев радуют или расстраивают? Чаще всего радуют, конечно. Когда я начинаю рассматривать детальки, я люблю очень. Мне кажется, что вся сила всегда в деталях. Вот. И когда я присматриваюсь и вдруг понимаю, что а тут и то, и это вообще целая история, каждая картинка. Вот. Но это не те картинки, которые вы показали, а те, которые можно будет увидеть. Сколько фотографий будет на выставке? Около 60 больших и даже больше 60, и около 30 или 40, я уже не помню, у меня склероз, извините, маленьких инстаграмовских. Что важно вообще в фотографии? Ты говоришь, детали, это настроение передает, атмосферу какую-то. Вот даже не в своих фотографиях, но наверняка у тебя есть там любимые фотографы, профессиональные, непрофессиональные, неважно. Что цепляет тебя вот как зрителя? Мне кажется, что во всем, что делает человек, важно хорошее отношение к тому, что он делает. Да, я чаще всего фотографирую людей, а не дома, хотя дома тоже, я тоже это люблю, всякое такое, да, и природу. Вот. И важно относиться хорошо к своему герою, и тогда, в общем, большая доля вероятности, что все получится. Вот. Я стараюсь, несмотря на скверный характер, стараюсь хорошо относиться к людям. И, в общем, чаще всего оно почему-то так и получается. И чаще всего, наверное, отвечает взаимностью все. В Нью-Йорке, кстати сказать, да. Вот. Здесь по-разному. А в Нью-Йорке очень теплые люди. Очень-очень теплые люди, которые делают совершенно невозможным, к сожалению, возвращение сюда. Ну, то есть ты когда приезжаешь, и долго очень приходится очухиваться, потому что, в общем, мы относимся друг к другу хуже, чем там люди. А почему так, как ты думаешь? Кто его знает? Не знаю.
Но я какое-то время еще очень прилично себя веду. Меня так это стимулирует. Я думаю, я там стараюсь держать двери, когда я выйду, еще что-нибудь. Но, в общем, долго это не всегда вот как бы длится долго, потому что вот до каких-то первых трех хамств. Понятно. Скажи, а есть в Одессе какие-то уголки, которые тебе напоминают Нью-Йорк? Нет. У нас когда-то вот... Категорически. То есть я так понимаю, что ты думала об этом. Я думала об этом. У нас когда-то с Женей, который... Ну, с Женей моим братом, который был вообще гениальным, с моей точки зрения, дизайнером и фотографом, и в разы лучше снимал, чем я. И мне всегда... Я всегда как-то пытаюсь сопоставить с тем, что... с тем, что делал он, то, что делал я. Вот у нас была идея сделать такой проект «Одесса в Нью-Йорке», «Нью-Йорк в Одессе». И мы пытались найти там, например, какие-то рифмы. Вот. Но мы не успели его завершить, и Женина мама, жена моего отца, которая тоже очень хороший дизайнер, сказала, а давай мы с тобой попробуем. И, в общем, мы с треском провалились обе, потому что в Одессе все такое очень европейское, а в Нью-Йорке все не европейское. Понятно. Юль, у нас есть еще напоследок небольшой ролик, такая зарисовка Нью-Йорка, мы это оставим уже на десерт. Хочу тебя поблагодарить. Еще раз, пожалуйста, расскажи нашим зрителям, где, когда, во сколько, все пароли, явки назови. Значит так, если вы хотите прийти на открытие, а я приглашаю вас прийти на открытие, потому что я буду рассказывать всякие разные байки, а у меня их... Как вы уже поняли, у меня их много. Значит, нужно прийти в четверг в 2 часа дня в историко-краеведческий музей на Гавану 4. Если у вас по каким-то причинам не получается, или вы не хотите видеть меня, но хотите видеть картинки, приходите в любое другое время, в пятницу в музей в выходной, а в субботу он опять работает и дальше по тексту. Вот. То есть можно прийти в любое время этого лета, вот, в рабочее, конечно, ночью музей не работает, вот, и посмотреть, что я там наснимала. Спасибо, Юля. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Городецкая. Я все-таки назову тебя фотографом, можно? Спасибо. Юлия Городецкая, фотограф, была у нас сегодня в студии. Приходите обязательно в четверг на выставку. Я с вами прощаюсь до следующего вторника. Берегите себя. Всего хорошего. Спасибо. Big dreams, all looking pretty.